Топор Кабарга, кузница Топорсиб. Видеотест. Рубка кости. Значит, заточка здесь. Основные своды 30 градусов. Угол подвода 45 градусов. Силовая. Сейчас будем рубить кость. Посмотрим, что скажет лезвие. Вот, разобрали, значит, можно посмотреть лезвие, никаких повреждений. Видно? Угу. Кость говяжья, берцовая, то есть довольно-таки мощная. Специально такую взяли, чтобы показать. Это масол, тут и кость. Или все разрубили, не знаю, тут еще. Такая вот тема по заточке. Возьму бумажку. Сегодня уже палец он порезал топориком. То есть срывается. Срежет спокойно, не напрягаясь. Косточка. То есть без проблем. Удобнее держать, конечно, палец. Довольно-таки больно. Ну, то есть видно, что и после, и после кости, то есть бумагу режет без проблем. То есть это вот силовая заточка. Чем как бы плюс этой заточки от линзы? То есть мы сейчас точили до этого. Покажи меня полностью. Чем как бы плюс этой заточки от линзы? При таком способе заточки силовой заточки можно на нее спокойно переточить как универсальную заточку, то есть сделать более крутые подводы. То есть в универсальной заточке угол подводов 35 градусов, 33-35 градусов, у этой заточки 43-45 градусов. То есть без проблем, что ее можно переточить на универсальную, что ее можно универсальную можно переточить на силовую. То есть линза, с линзой уже так не поиграешь туда-сюда. Ну и соответственно, то есть вот сухой корень. И все работы по врубанию, там соболятники, без проблем. Топор охотничий, у него ударная силовая голова, здесь привалена пластина силовой стали 65Г. То есть ту же самую кость можно не только рубить, но и просто сломать там углом. Но это масол, как бы его сложнее, он все равно сломался. Если как бы просто пустотелая кость, то есть можно и так сломать. В том числе задача для этого топора была такая, что вот вбили его в чурку и, допустим, гвоздь распрямить. Или, допустим, здесь перерубить на краю лезвия, то есть молотком там ударить, и можно за счет этой грани сломать. То есть она тоже закаленная голова. Силовая сталь закаленная. Ну и стройка, то есть в тайге. Забить гвоздик, забить колышек, забить скобу. Здесь более прямая рукоять. Плотницкая стоит, шведская. Кто-то любит прямые рукояти, они у них как бы плюс в том, что у них более хлесткий удар получается. Как бы там, чтобы свалить ствол, не как бы такая схватка. Но для любителей, допустим, изогнутых рукоятей, как бы более таких, ну, привычных для нас, есть у нас и топор Морал, то же самое, то есть изогнутой рукоятью. Смотрите на сайте, они есть. Видеотест снимали специально по костям, чтобы показать этот топор спокойно
при силовой заточке работает по кости. Единственное, что при силовой заточке каким топором как бы сложнее плотничать. То есть вот такие плотницкие какие-то затески, как бы им сложнее сделать. В принципе, можно сделать, но сложнее, чем, допустим, при той же самой универсальной заточке. Да, технику безопасности нарушаю, извиняюсь. Ну, как бы корень, поэтому не совсем удобно рубить. Будет тесать, но более сложно, то есть и за счет того, что подводы более крутые, как бы изреза немножко срывается. Но просто вот рубить, как бы, проблем нет. То есть прямые удары, перерубание там сушины, валежника, это проблем нету. Вот сухой еловый сучок, это даже разговоров типа, спокойно держит этот топор. Ну, пожалуйста, прошу любить и жаловать. Фирма Топорсиб.